Разброс цен очень большой. Мы в свое время законом области передали эти полномочия местным органам власти. Ну и получается, что в Вологде за час хранения больше 500 рублей, в Череповце около 80 рублей. И в результате, если у человека, да и плюс еще услуги эвакуатора, у человека, если утром забрали машину, к вечеру он может там на несколько тысяч рублей попасть вот с этим процессом. Это дело неуправляемое. Получается, что никто не может объяснить, почему такие цены. Мы будем готовить закон области, которым отрегулируем цены, и мы считаем, что услуги и эвакуатора, и услуги штрафстоянки должны определяться на рыночной основе путем конкурса, а не каким-то неведомым никому путем. И мы считаем, что необходимо упорядочить все цены на эти услуги на всей территории Вологодской области и не ущемлять права граждан.